Вань, ну играли сегодня с Уфой, да? Ну, как ощущение играть против своей бывшей команды? Хотя, в принципе, ты уже в официальных матчах играл. Вообще, как тебе игра? Да, хорошая игра, соперник непростой, они хорошо обороняются, тяжело было проходить. Там между линией иногда попадали, хороший момент создали, могли больше забивать. Но, слава богу, выиграли и готовимся к чемпионату. А вот этот пропущенный гол, там оставалось играть буквально там 2-3 минуты, и команда как здорово, да, отреагировала и вырвала победу. Насколько это важно, пусть даже и на сборах? Ну, конечно, важно прививать такое себе чувство, что мы можем додавить, выиграть матч, и это здорово. Угу. Два слова о дебюте Дивеева. Полный матч сегодня сыграл. Ты его хорошо знаешь же, да? Скажешь вообще характеристику, дай ему, пожалуйста. Да, хороший игрок, и сегодня здорово играл, не ошибался. В передачах, борьбу выигрывал. Здорово головой играет, хороший первый пас. Можно сказать, ты над ним сейчас шефство, да, берешь? Ну да, помогу ему здесь освоиться. Я думаю, для него это в плюс, что я его знаю, ему помогу. Последний вопрос. Насколько команда готова к сезону? Вот она сборы завершила, что скажешь? Да, конечно, готова. Я думаю, сейчас вот подведем себя к первому матчу, и я думаю, здорово начнем.